Так, всем привет, вы на канале CryptoCommons, и сегодняшний обзор посвящен, как всегда, криптовалютам, и в частности, альтсезону. Давайте посмотрим, попробуем разобраться. Ну что мы тут видим, что все типа красное сегодня, да, вот минус 4% биток, минус 6% с половиной эфир, биткэш столько же, BSV только все плюс 3%, а так, да, все отваливается, и Dash вот все плюс 0,1%. Но на самом деле, если мы посмотрим на 7-дневные, недельная статистика, вот что нам дает. Все-таки биток плюс 5%, эфир плюс 13%, BC плюс 23%, BSV плюс 57%, Dash плюс 54% за неделю. Неплохая, да, такая статистика? А теперь смотрим месяц. И за месяц мы видим, что все экстремально зеленое. Биток 20%, эфир 27%. Биткэш 75% дал. BSV за месяц дал 200% до сих пор. Ну и Dash, мой любимый, 136% за месяц дал. Неплохо. Вот, в целом, да, что тут можно сказать? Альтсезон, да, похоже, что альтсезон. Стоит ли сейчас лонговать на всю котлету входить? Нет, не стоит. Хотя, может быть, и влетим от текущих, но надо с холодной головой как-то действовать. Поэтому смотрим. Смотрите, вот еще один интересный индикатор от Willyvu. Altcoin Cap versus Bitcoin Cap. Да? То есть это капитализация альткоинов, наложенная на капитализацию биткоина, и их RSI общий. И тут забавные такие вот есть пики в этом RSI. И как мы видим всегда, вот он когда с нижних пиков разворачивается, вот, капа альткоинов начинает расти быстрее. То есть альткоин-пузырь появляется. Вот здесь такое же было. И вот альткоин-пузырь появился. И сейчас мы вроде как по этому индикатору тоже где-то вот здесь. Вот RSI только начал разворачиваться. То есть, по идее, если сейчас он пойдет наверх, то нас ждет очередной альткоин-сезон. Вот. Это есть в двух словах. Так сами можете изучить повнимательнее. Достаточно прикольная метрика. Что у нас тут еще? Crypto Fear and Greed Index, индекс страха и жадности, да? Но он сейчас на нейтральных отметках, то есть есть еще куда расти до жадности. Ну, также и слить могут, конечно, на страх быстро. Вот, ну, вроде как, да, он развернулся тоже от экстремального страха и пошел наверх по пути к экстремальной жадности. Так что пока все предпосылки к росту есть. Вот, значит, метрики Blockchain Whispers. Да, все эти ссылки в описании, можете пользоваться, они бесплатные, прекрасные ресурсы. Тут мы видим, что все везде лонгуют сплошь и рядом, ну вот на Binance только в стакане. Ну вот на Binance, да, вроде как заявок в шорт больше почти в два раза, чем в лонг. На остальных биржах мы видим, что и на Финике 84% лонгов, и даже на Битмиксе. Мы видим, что 56% лонгов, так что шортов меньше. Вот. Давайте взглянем на графики. Вот мы видим дневные свечи на биткоине. И видим, что да, мы сейчас все-таки уже развернулись, пошли наверх. Для меня сейчас основной индикатор это вот эта EMA Ribbon, сетка средних скользящих. Если мы над ней закрепляемся, а она сейчас у нас в районе 8200 поддержка, от нее отбиваемся и идем дальше, то это бычий знак. Если же мы под нее уходим и под ней закрепляемся, а это сейчас район 7800, то это медвежий знак, как было вот здесь, когда мы под нее уходили и не закреплялись над ней. Но я жду именно закрепа, вот примерно как здесь, закрепа над ней, и, соответственно, она начинает выступать в роли поддержки, и тогда мы видим какой-то очередной бычий забег. Но опять же, у нас халвинг на носу, не забывайте, вот он линией нарисован. То есть к халвингу худо-бедно, но как-то мы хоть флетом, но отрасти должны немножко. Вот, теперь смотрим эфир к битку. Тут похожая ситуация. На дневках тоже вот мы все еще растем. Этого падения даже не видно, которое сейчас локальное было. То есть, в принципе, рост продолжается. Эфиру тоже надо закрепиться, соответственно, над этой штукой. То есть это район 152. И не провалиться ниже нее, то есть район 140 с чем-то. Вот, если мы видим закрепление над этой штукой, то эфиру есть куда расти. То там, в принципе, если это продолжение роста, то там и 200 как бы вот рядом, а там уже и дорога на 400 расчищена, потому что тут сопротивления нет никакого, если вы посмотрите вот историю. Мы это расстояние проходили за
за 2 месяца. Так что в целом расклад очень бычий. Но для меня сейчас главный график – это не эфир к доллару или биткоин к доллару, а эфир к битку. Вот для меня это главный сигнал на альтсезон. То есть эфир к битку вчера пробил 2 миллиона сатоши, но там не закрепился и сразу откатился назад на 1,9. Вот для меня сигнал вообще конкретно, если эфир к битку пробивает 2 миллиона сатоши, закрепляется выше над этой сеткой и MyRibbon, то для меня это сигнал на сезон альтов. То есть тут ему реально есть куда еще набирать. Эфир к битку стоил в свое время и 10 миллионов и больше. Вот мы можем посмотреть, и в свое время 12 миллионов стоил. А, ну и больше стоил тоже. 16 миллионов стоил. А сейчас стоит меньше 2. Поэтому слежу вот за этим графиком. И отсюда уже будем плясать по альтсезону. Ну, видите, какие пампы дикие происходят по 50, по 100% на монетах. Сейчас, конечно, опасно их даже лонговать лишний раз. Я уж не говорю, что шортить. Там в чате кто-то писал на днях, что шортит Даша. Я писал, что не надо, плохая идея шортить у дна. И после этого вот такой памп на 100%. Ну, привет, там даже во втором плече, если без стопов стояли, то привет, ликвидация. Вот, ну а вы спросите, что же делать на таком рынке? И как такое торговать, вы спросите меня? Да проще всего. Дожидайтесь просадок, покупайте их, держите лонги. Если вы хотите в небольшом плече до 5, то используйте Binance. Там в марджине можно набрать альтов сейчас по хорошим ценам, или битка, если к доллару. Если доллар занимать у биржи, то надо набирать битка и альтов. Если занимать у биржи битки, то надо набирать альтов. Вот, а если вы хотите больше плечо, то дорога вам на Bybit по партнерской ссылке снизу. Там сейчас специальные бонусы у нас. Так что добавляйтесь к нам в Telegram-чат обязательно. И там все подробности. Сейчас как раз до 1 февраля специальная акция с дополнительными бонусами на депозит по нашей ссылке. Вот, и на Bybit вы можете спокойненько, даже если пропустили памп, не суетиться, расставить лесенку. Сейчас я вам покажу, как на днях я это делал, когда эфир стоил еще 140. Я расставлял лесенку, и часть ордеров отработали. В чем прикол лесенки? Ну, давайте глянем. В том, что вам не надо сразу по рынку входить. А вы понимаете, что окей, памп я пропустил. Расставлю-ка я ведра вот здесь, 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 здесь. То есть вы хотите зайти, например, по средней цене вот такой, там, скажем, на $1000. Возьмите, расставьте 10 ордеров по 100 контрактов вот так вот, по всем этим ценам. Добьет до конца, усреднит вам позицию по такой цене, зайдет в лонг. Не добьет до конца, то вы хотя бы не будете ждать этой цены, которая могла и не наступить. То есть, грубо говоря, у меня лесенка может быть еще ниже расставлена. Ну вот дошло до сюда, окей, я по этой цене в лонг пошел. Пойдет еще ниже, отлично, у меня еще больше набросится на мою позицию. Так что вот, как-то так, смотрите, как это было несколько дней назад. Вот здесь все видно. Я еще внизу наглядно расставил стаканчики финика, чтобы видно было, какой объем в рынке. Вот, и видно весь спуфинг. Ну а тут дальше что, вот мы видим, что была цена. Вот, и чем это удобно еще? Тем, что вы можете с мобилы потом куда-нибудь уехать. Вот я, например, уехал, оставил запись экрана. И с мобилы по приложению очень удобно. Вот заходишь, вот все твои ордера, сделки, все можно двигать. И оно также двигается на бирже и на компе, соответственно. Вот я его сейчас так промотаю. И вот мы видим, что тут была цена эфира 145 средняя. И в ней мы уже висели на $1300 в позиции. Дальше у нас были расставлены ордера на 144, 143, с половиной, 143 и так далее. Вон внизу они все пунктиром. И вот мы видим, что цена, видите, сначала пошла наверх, уже профит пошел. И вот тут раз, и все-таки она, потом вот она пошла вниз, смотрите, и хопа, отработали наши заявочки. Первая, вторая, скушались, вон, видите. Вот, и в итоге добираешь вот так позицию. Ну, можно, в принципе, и тейки также расставить, выходы, и даже в стакан на шорт можно расставить ведра на шорт, но сейчас опасно это делать. Поэтому сейчас предлагаю ограничиться лонгами и затаить дыхание, и ждать новых all-time хаев. Вот, пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, какие у вас прогнозы, как вы торгуете.
полезна ли вам была эта информация. Ну и да, вот, давайте сейчас еще немножко посмотрим, что происходит с рынком, и продолжим. А пока, да, рекомендую вам на Bybit расставлять ведерки, они исполняются. И, как правило, цена отскакивает, дальше идет в нужную сторону. Но в крайнем случае вас спасет стоп-лосс. Обязательно ставьте стоп-лоссы, чтобы не терять больше, чем вы готовы потерять. Вот такие дела. С вами был Флалала. Удачи, профита, на связи.